Услуги кремации в Бурятии становятся востребованнее. Напомню, крематории открыли в октябре прошлого года. Обращаются туда не только жители нашего, но и других регионов. За эти 9 месяцев уже более 500 кремаций было совершено. И не только жители Бурятии обращаются к крематории. Хотя в Бурятии очень интересно, что это преимущественно Улан-Удэ и прилегающие к нему районы. Дальние районы очень редко бывают, что обращаются. А также жители Забайкальского края и Иркутской области. Причем Иркутская область – это и города Иркутской области, это Ангарск, Шелихово и Братск, то есть разные города. Потому что на территории от Новосибирска до Хабаровска нет больше других крематориев. Отмечу, что стоимость услуг крематория составляет почти 25 тысяч рублей. Определенную часть возмещает государство, так же, как и при традиционном захоронении. В ближайшее время крематории планируют закупить еще одну печь и открыть дополнительный зал.